С днем рождения тебя! Скоро война закончится, и я приеду домой. Обниму тебя, подарю букет цветов. Люблю тебя, скучаю. Не волнуйся. Победа за нами. На глазах матери слезы радости и тревоги за сына. В свой день рождения Галина Георгиевна получила лучший в мире подарок – видеообращение от него. Чуть менее года Иван участвует в спецоперации и находится на передовой. Это защитник нашей страны. Тот, который в первых рядах пошел защищать Родину. Мы его так воспитали. Любить горячо Родину. Любить свою семью. Любить своих друзей. Любить свою маму. Гордиться. Его желание поздравить маму с днем рождения исполнили. В торжественной обстановке именинницы показали видео от сына, подарили цветы и подарки. Искренне поблагодарили за воспитание такого защитника. Спасибо вам за то, что вы, как мама, как житель города Звенигорода с глубокой историей, прикладываете для этого все усилия своей жизнью, своими устремлениями. Мы всегда вас поддержим. Спасибо вам. Галина Георгиевна сама 22 года жизни посвятила армии. Муж и старший сын тоже военные. Такая семья – гордость не только для нашего округа, но и всей страны. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».